Мир вам, братья и сестры. Будем слушать Слово Божие. Откроем послание Римлянам, глава 5. Римлянам 5 глава с начала главы, 5 стихов. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только хвалимся, и скорбя, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Тема сегодняшнего дня очень величественная, страшно серьезная. Мы будем говорить об Иисусе Христе и о Святом Духе. И этот текст, который мы сейчас прочитали, он нам сообщает о том многом, что нам дано Иисусом Христом и благодаря Его служению и дарованным нам Святым Духом. В самом деле нам есть чему порадоваться и за что благодарить Бога. В этом коротком отрывке перечислены великие для нас блага. Это, посмотрите, и оправдание, и мир с Богом, и доступ к благодати, и надежда славы Божией. И даже сообщается, что скорбями мы хвалимся. Кто бы когда хвалился скорбями, но мы даже скорбями хвалимся, потому что даже они, а это значит и все то, что вызывает скорби и недовольство может в нашей жизни, не только само чувство скорби, служит нам на пользу. Только представьте себе такое средство, которое самое худшее что-то или самое вредное превращает в полезное и ценное. Разве что-то может быть лучше такого средства или такого устройства в мире? А ученые работают много как раз над тем, чтобы что-то плохое превратить в хорошее. И такие средства, они очень много стоят. А мы имеем то, что самое худшее превращает в что-то самое лучшее. Божья слава открывается нам в этом, что Иисус Христос избрал худшее, погибшее и примирил все это с Богом. И поэтому у меня два сообщения. Одно для тех, кто не имеет мира с Богом. Не к неверующим, а к верующим и не имеющим мир с Богом. В наше время важно ставить вопрос именно так, потому что многие запутались. Они верят в Бога и думают, а почему что-то идет не так? И поэтому надо задать вопрос, имеешь ли ты мир с Богом? И этот вопрос он много объяснит. Потому что если окажется, что ты верующий и не имеющий мира с Богом, то твое положение хуже некуда. Во-первых, если вам известно такое ваше положение, то оно доставляет вашей душе мучения. Во-вторых, если вы не осознаете такое положение, и вы надеетесь, что вам достаточно иметь веру в Бога, и вас эта вера спасает, но при этой вере вы не имеете мира с Богом, то тогда вы жестоко обманываетесь. И ваша вера ничего вам не дает, потому что мы здесь читали, что нам дает только мир с Богом, дает доступ к благодати. И для
тех людей, кто не имеет мира с Богом, есть хорошая новость, что для таких, ради них Сын Божий и пришел на землю. Зато Ему и слава, зато и величие Иисуса Христа, что Он пришел избрать самых худших, самых безнадежных и даровать им спасение. Даже в мире так оценивают. Никто не оценит учителя, что он хороший, если он выучил самого способного ученика. Или невысокую оценку поставят спортивному тренеру, если к нему пришел хорошо подготовленный спортсмен, и он помог ему достичь награды. Но если он сумел помочь самому ненадежному, самому слабому, самому неспособному, будь то или в спорте, или в учебе, или вот в музыке, да, то результаты оцениваются. Смотри-ка, он ничего не умел, мало кто мог на него что-то поставить, и мы видим, что все дело не в этом человеке, а в том, кто над ним поработал, а в том, кто все это в него вложил и что для него сделал. И поэтому мы сегодня можем еще большую славу воздать Иисусу Христу, видя все то, что Он для нас совершил. Следующее, что нам надо услышать, это для тех, кто имеет мир с Богом. Нам полезно будет помнить, почему или благодаря чему у нас все так хорошо, что даже неприятности и скорби ведут к радости. Причина этому – любовь Иисуса Христа. Надежда не постыжает, мы читали, потому что гарантией осуществления нашей надежды есть любовь Иисуса Христа, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И это обстоятельство также полезно знать в наше время. На это есть две причины. Первое – это значит, что мы не только потребители Христовой любви. Мы прославляем Иисуса Христа и Бога за то, что Он для нас совершил. Но когда мы читаем, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, то из этого вытекает еще одно сообщение для нас. И вопрос, для чего было именно в сердца попадать любви Божией? Если бы мы были только потребители Божьей любви, нам достаточно было бы, чтобы любовь Божия излилась на наши судьбы, на наши обстоятельства жизни, и мы бы тогда этой любовью бы наслаждались и результатом ее. Но эта любовь излилась в наши сердца. И это значит, конечно же, что она нам для того дана, чтобы через нас проявляться. Раз уж она там по воле Божьей стала, то это для того, чтобы она там жила Духом Святым и изливалась на окружающую среду, на наших ближних, на этот мир. Это первое. И второе. Когда мы читаем о том, что любовь Божия связана здесь со Святым Духом, нам очень полезно в наше время постоянно держать это в уме и в нашем сердце. Потому что почему-то стало так популярно последнее столетие, а когда говорят о Святом Духе, то говорят о силе Его, о Его проявлениях. И очень многие увлечены и ставят себе задачу, чтобы стяжать Святого Духа, чтобы развиваться, расти в Святом Духе, и видят перед собой эту картину как проявление, может быть, сверхъестественной силы, каких-то чудес и многих, конечно же, полезных вещей. И видя в Святом Духе силу и какую-то мощь, очень-очень важно не забыть про то, что это неотъемлемо от любви. И нам здесь говорится о том, что любовь Божия излилась в сердца нашим Духом Святым.
И мы будем сегодня слушать о миссии Иисуса Христа, что Он, исполнившись Святым Духом, делал. И давайте будем постоянно держать в нашем сознании то, что Он делал, имея Святого Духа, Он делал потому, что был исполнен любви. И есть замечательное выражение, которое ходит в христианском обществе, которое сказал один известный проповедник, что «если тобой не движет любовь, то лучше вообще не двигайся». Хорошее правило. Правильно. Двигаться, и когда говорят «вы примете эту силу», когда сойдет на вас Дух Святый, и говорят «сила», там слово «динамус», это динамит. Красиво, впечатляюще, но это не такой динамит, от которого все в куски разлетается. Это та сила, которая приводится в действие любовью и только ей. Вот то, что коротко давайте себе примем в сердце, сосредоточимся на этом. Прославим сейчас Бога в наших молитвах, и пусть Бог благословит нам это принять, и чтобы это слово в нас укоренилось, и любовь Божия являлась через нас в этом мире для славы Божьей. Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за все эти чудесные дела, которые Ты совершаешь для нас. Мы благодарим Тебя за то, что Иисус Христос, Сын Твой, пришел на эту землю по великой любви к нам. Мы благодарим Тебя за все то, что Он совершил, Он сделал это из любви. И силу эту Он принял тоже из любви. И поношение, и смерть Он принял тоже из любви. И все это наследие нам даровано тоже потому, что Он любит нас. Благодарим Тебя за это. Даруй нам иметь те же самые приоритеты, те же ценности в нашей жизни. Благослови нас действовать всегда из любви. Действовать в Святом Духе любовью. Пусть это укоренится в нас. Пусть это произрастает в нас и являет эти победы, эти шаги веры для славы Твоей во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.